Я представляю спортивный клуб «Гермес», город Кременчуг. Клуб основан в 2005 году, и основной задачей клуба является развитие любительского и профессионального кикбоксинга в городе Кременчуге, Полтавской области и в Украине в целом. Также целью является национально-патриотическое воспитание молодежи, воспитание здоровой нации, готовой защищать свою родину. Значит, в спортивном клубе «Гермес» развиваются такие направления, как разделы лоу-кик и разделы ориентал или К1, в которых разрешены удары руками, ногами и коленями. В нашем клубе было воспитано порядка 5 чемпионов Украины и 2 чемпионов мира. На данном этапе развития клуба спортсмены, выигравшие чемпионаты мира по кикбоксингу, занимаются в основном профессиональной карьерой и выступают в разделах профессиональных кикбоксинга, в основном в разделе К1. Желающие могут прийти к нам на занятия и посетить наши занятия в спортивном зале школы номер 31 на Молодежном. Номер телефона 050-441-2910. Олег Сергеевич Скиртак.